Боже, ты себя видел? Фрик 30 лет. Сидит, голос деда пародирует. Обложился игрушками и сублимирует свои травмы. Дядя 30 лет. По факту, сука, блядь. Заткнись, дебил. Что такое сублимирует? Ай, блядь. Да чё, не обижайся. Бля, да мне вообще похуй, я нихуя не понял. А, ну так проще. Бля, я реально не понял.